Всем хай, с вами Эншу. Большинство, когда слышит слово монтаж, представляет себе компьютер с очень сложной программой, где можно за пару месяцев сделать какой-нибудь шедевр. Но поймите, это не так. Сейчас можно сделать шедевр за пару часов даже с вашего смартфона. Любым видеоредактором, конечно, лучше всего использовать KineMaster. Вообще, этих видеоредакторов Google Play хватает. Также в App Store. Ну что же, если у вас все сломалось и остался один исторический динозавр? Что же нам здесь делать? Вот не представляете, даже с такого малыша можно что-то скребать. Поможет только программа видеоэдит. Она единственная в своем роде, так что искать какую-то другую у вас не получится. Для того, чтобы ее использоваться, переходите по ссылке в описании. Сам по себе редактор очень простой. Все, что он себя представляет, это в основном обрезку видео. То есть вы сняли какой-нибудь видос, выбрали редактировать видео, его обрезаете и можете куда-нибудь выкладывать. Но для того, чтобы выкладывать, вам, конечно, придется зайти в ваш браузер, установить ПК-шную версию сайта, либо же просто поменять в каких-нибудь модификациях юзер-агент под андроидский, чтобы открылся нужный интерфейс, и тогда выкладывайте видос. Если вам было интересно, либо чем-то помог, либо открыл что-то для вас новое, поставьте лайкос и подпишитесь. Я думаю, не каждый день можно видеть программу, с помощью которой можно что-то смонтировать с кнопочного телефона.